на мой взгляд, необходимо усилить работу по разработке программ социально-экономического развития наших районов. У нас, по большому счету, только у Петропавловска-Камчатского есть своя программа социально-экономического развития. Сейчас, когда в командировках я бываю, обсуждаю с главами перспективы социально-экономического развития, проблематику основную, она, по сути, может ложиться в основу или подготовка ее к программе социально-экономического развития. Она не обязательно должна представлять собой там десятки страниц или там тома обоснования. Это просто должно быть внятное понимание основных перспектив в разрезе населенных пунктов развития социально-экономического того или иного района, доступного для граждан с обсуждением и сверенного с нашими краевыми органами власти, курирующими, с тем, чтобы у нас такое понимание, по крайней мере, на пятилетнюю перспективу было.